Раз. Компьютер медленный такой. Шестнадцать гигабайт оперативки не хватает. Ни для чего. Где мой этот бизнес-симулятор? Бизнес-симулятор. Посмотрю, сколько же я заработал. Поехали. Лица не видно, виден мой лоб только. О, я заработал 353 квадриллиона. Итейк. Пум-пум. Сколько надо апгрейдить ракетный бизнес? Сейчас посмотрим. Так, камера у меня здесь. Это я сверну, это я открою. Так, скоро будет у меня кофе. Недавно я вылил кофе себе на стол. Так, вот он, ракетный бизнес у меня, ракетостроение. Так, 24 квадриллиона у меня максимум. Смотрю, а у меня пока что один. Ставлю. И окупится через 10 дней. Это значит, что дней так через 12 я могу набрать инвесторов опять. 9. Так, 8. 9. А там что написано? 24. Квадриллиона хоть точно я не путаю. Так, тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы. 24 квадриллиона. Потом квинтиллионы. Потом не знаю. Игра, наверное, не покажет, что будет потом. Так, а сколько квинтиллионов? 24. Апгрейд стоимостью 24 квинтиллиона, самый дорогой может быть у меня, чтобы окупался через 10 дней. Квинтиллиона, 23 покупаю, 25 не покупаю, а у меня больше нету. Это ракетный бизнес у меня. Теперь банковский, сейчас я посмотрю. Банковский. 5 квинтиллионов можно сказать. 5 квинтиллионов. Сделаем. Все, больше денег нет. Да и все. Что там? Кино. Кинобизнес какой? Банковский. Кино. О, совсем маленький квинтиллиончик. Так. Тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы, квинтиллион. На бизнес квинтиллион можно. Правильно, не путаю еще раз. А, квадриллион. Тут путаю квинтиллионы, квадриллионы. Сначала квадриллионы, потом квинтиллионы. Так, тысяча, миллион, миллиард, триллион, квадриллион. Это кино. Правильно? Сейчас, да? Кино, да. На кино могу квадриллион посадить. А у меня только триллион стоит апгрейды.
Дешевенький бизнес. Можно бухать много. Все, кончились денежки. Можно зайти завтра. Выхожу. Останавливаю запись.